Великолепное и остренькое блюдо из грузинской кухни. Рецепт привезен в качестве сувенира из давнего путешествия в Тбилиси. Там, в ресторане отеля, я попробовал его впервые. Приготовление говядины по-грузински займет у вас около 2-5 часов. Сначала порежьте и отварите говядину, затем обжарьте порезанный полукольцами лук с томатной пастой. Готовое мясо протушите в течение получаса с луком и пастой. За 5 минут до готовности добавьте специи и мелко порубленную зелень, чеснок и луковицу. Перемешайте. Подождите еще 5 минут и наслаждайтесь ароматным и вкусным блюдом. Приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Говядину порежьте кусочками и отварите до готовности. Порежьте 3 луковицы полукольцами. Обжарьте лук на растительном масле, добавьте в него томатную пасту. Отваренное мясо выложите на сковороду к луку. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Залейте его мясным бульоном, так, чтобы он покрыл говядину, и поставьте на слабом огне тушиться в течение получаса. Зелень, чеснок и оставшуюся луковицу мелко порежьте. За 5 минут до готовности засыпайте в мясо приправы. Молотый кориандр, хмели-сунели, красный перец, посолите. Также добавьте зелень, лук, чеснок и перемешайте. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Говядина – 600 грамм. Лук – 4 штуки. Томатная паста – 4 столовые ложки. Кориандр молотый – 5 щепоток. Хмели-сунели – 3 щепотки. Красный перец – 2 щепотки. Чеснок – 2 зубчика. Пучок зелени – 1 штука. Растительное масло – по вкусу, для жарки. Соль – по вкусу. Количество порций 5. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи, друзья, заходите.